На Кубани завтрашнего дня резко похолодает, но крещенских морозов не ожидается. До субботы в дневные часы температура воздуха не преодолеет отметку в плюс 5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся ниже 0. Обильных осадков на этой неделе не ожидается, а сильный ветер синоптики прогнозируют 10-12 метров в секунду. По поручению главы курорта сегодня на Пионерском проспекте прошло выездное совещание с участием представителя подрядчика и городских служб. Строительство напорного канализационного коллектора подходит к концу. Наиболее остро стоит вопрос благоустройства главной курортной зоны Анапы. Никаких половинчатых решений быть не может. Городские власти предъявили ряд требований к исправлению уже существующих огрехов в благоустройстве. Дело, конечно, хорошее, нужное городу. Но вот подрядчик работы выполняет, восстанавливает после выполнения работ нарушенное благоустройство не должным образом. Сегодня мы разговаривали на тему того, что восстанавливать благоустройство должны только в соответствии с правилами благоустройства. Подрядчик нас услышал. Вот. Мы надеемся, что будет выполнены работы качественно, в сроки, которые мы установили. Мы согласовали с ними график, календарный график производства работ по восстановлению уже нарушенного благоустройства. Будем следовать четко выполнению этого графика. До начала курортного сезона Пионерский проспект будет в первоначальном состоянии.